Сегодня я хочу поговорить про профессиональные процедуры, которые помогут нам остановить выпадение волос. Здравствуйте, меня зовут Зозерова Мадина Борисовна. Я врач-дерматолог, косметолог, трихолог. По большому счету, процедур профессиональных, которые направлены на остановление выпадения волос, не так уж и много. Это плазмотерапия, которая стоит отдельным звеном, и мезотерапия препаратами, которые используются по конкретной проблеме пациента. Плазмотерапия считается наиболее эффективным методом решения проблемы выпадения волос, потому что мы используем плазму самого пациента с ее биологически активными веществами, с ее полезными компонентами, которые будут работать и усваиваться в коже пациента практически на 100%. В моей практике положительная динамика наблюдается уже после второй процедуры плазмотерапии. В идеале нужно проделать 4 процедуры, один раз в месяц. Уже после второй процедуры пациент замечает видимое прекращение выпадения волос. А к концу 4 месяца практически можно говорить о полной остановке выпадения волос. Конечно, таких прекрасных результатов мы добиваемся в том случае, если пациент параллельно занимается состоянием организма. Если есть гормональные какие-то изменения, он решает эти проблемы с эндокринологом. Если есть неврологические какие-то изменения, то с неврологом. Процедурами мезотерапии чаще всего я дополняю курс плазмотерапии для того, чтобы решить проблему восстановления микроэлементного состава кожи головы, волос, чтобы увлажнить поверхность кожи в волосистой части головы. Если у пациента сезонное выпадение волос, связанное с болезнью, с повышением температуры или же с перенесенным наркозом, то есть с кратковременным стрессом организма, в таком случае я рекомендую процедуры мезотерапии. Витамины и микроэлементы, входящие в состав мезопрепаратов, помогают очень быстро восполнить недостающие компоненты в волосяных фолликулах. Мезотерапию мы делаем курсом, который состоит чаще всего из 5-7 процедур и делается раз в неделю. Результат заметен уже после 5-6 недель использования препарата. Надеюсь, информация была вам полезна. Смотрите наше видео.